Всем привет! С вами Макс Попов. Я готовлюсь к московскому марш-броску. И сегодня я хочу себе сделать мощный свет для того, чтобы ориентироваться ночью. У меня есть вот такая велосипедная фара фирмы Phoenix BT20 с максимальной заявленной мощностью 750 люмен. Это реально много. Когда я езжу с ней на велосипеде и на средней мощности, то пешеходы меня часто просят выключить фару, потому что она их слепит. В комплекте к этой фаре идет вот такой вот крепеж на каску. Я хочу приспособить к нему резиночки, чтобы можно было крепить себе просто на голову на время соревнований. Поехали. Я сшил такую резиновую петлю, а длину, если будет надо, можно будет регулировать при помощи вот этих защелок. Получается пока вот так. Провод я пущу просто под резинкой. И сейчас делаю сверху еще ремешочек, чтобы это все вот так вот вниз не сваливалось при беге. У меня куда-то все потерялись зажигалки, поэтому приходится опаливать вот этими адскими спичками для выживальщиков. Которые невозможно потушить. Фирма Новатур. Регулировка верхней стропы будет делаться просто вот на такой двухщелевой пряжке. Сейчас проверим, как все получается. О! Надо признать, что фонарик не очень легкий, поэтому все-таки, может быть, будет не очень хорошо держаться на голове. Пару слов о фонарике. Очень удобно, что у этого фонарика аккумуляторы отдельно. И при всей его гигантской мощности аккумуляторы у него, конечно же, большие. Используется у него два вот таких вот 18-650 аккумулятора в таком вот герметичном балочке. Когда он просто на велосипеде, этот фонарик, то используется провод короткий. Он просто сюда подсоединяется, вешается на руль и работает. К балочку имеется специальный чехольчик, который крепится к раме. Для случая же, когда надо носить фонарик на голове, у него есть дополнительный вот такой удлинительный проводок. Так вот, тоже герметичное соединение. Так вот, классно он соединяется. Так. Давайте-ка попробуем его включить. О! Сейчас день, но прямо скажем, от фонарика становится сильно светлее. И это не максимальная мощность. Вот это минимальная мощность 100 люмен. Вот на такой я обычно езжу на велосипеде, и уже прекрасно все видно, это 300 люмен. 450 это, прямо скажем, уже немало, а вот 750 максимальная мощность, это уже близко к дальнему свету фары автомобиля. Когда такого встречаешь человека ночью на соревнованиях, кажется, что тебе навстречу электричка едет через лес. И самая большая опасность – это светануть себе этим фонариком в карту, и тогда можно на некоторое время просто ослепнуть.
Плачок с аккумуляторами я положу куда-нибудь, скорее всего, себе поближе к теплу, чтобы аккумуляторы не портились. И на максимально... Не то, чтобы они не портились, но чтобы они выдали максимальную мощность. И мне бы этого адского света хватило на всю ночь. Потому что светить придется примерно 6 часов. Просто по лесу, наверное, можно будет и на сталюменах бегать. Заявленное производителем время работы на максимальной мощности 1:50. Но у меня получалось где-то около часа. Поэтому придется в основном пользоваться слабым светом. И только тогда, когда надо куда-то далеко просветить, врубать максимальную мощность. О цене этого фонарика. Здесь есть два отличия от стандартных китайских продуктов. Во-первых, это очень качественно. А во-вторых, это уже и не так дешево, как у всех китайцев, как привыкли. Фонарик стоит достаточно дорого. За качество приходится платить даже за китайское. Все ссылки в описании, где можно купить такой фонарик. Не забывайте, опять же, что в комплект к нему нужны аккумуляторы специальные 18650. Это не обычные пальчики. Просто обычные пальчиковые аккумуляторы сюда не подойдут. До встречи на соревнованиях. Всем удачи. Что такое московский марш-бросок и о другом снаряжении я расскажу в следующем выпуске. Всем удачи. Пока.